Окей, пацаны, давайте разделимся. Будем искать зацепки, выполнять задания и найдем этих двух придурков. И давайте не будем выбрасывать людей просто так, ладно? Потому что это весело или типа того. И да, давайте думать хоть иногда. Дружище, что произошло? Я в замешательстве. Тот красный чел не сделал ни одного таска. Знаешь что? Я думаю, он убийца. О боже, вы что, тупые? Игра началась всего пару секунд назад. Я пропускаю эту хрень, это бред. Да, это идиотизм. Он не может быть убийцей, мы тоже пропустим. Капец, некоторые вообще не в курсе, как в это играть. Они голосуют против меня без всякого повода. Здоров, оранжевый, ты заступился за меня, спасибо. Что? Что? Давай, меня задрало уже тут стоять. Я вожу карты слишком быстро. А как еще, блин? Медленно, быстро. Давай уже, тварь! О, красный, чао, я тебя только сейчас заметил. Я тут маюсь с этой долбанной картой. Я понятия не имею, что с ней делать, но не волнуйся, я разберусь. Ай! О боже, какой псих только способен на такое. Я подозреваю, что это ты, фиолетовый. Я видел, как ты выходил из зала всего пару секунд назад. Что? Что происходит? И это моя первая игра, я только недавно скачал. Я не понимаю, что происходит. Ты новенький, нахуй. Это именно то, что сказал бы самозванец. Давайте выкидывать его, пацаны. Да, это 100% он. Он убийца. Нахрен его отсюда. О, боже, да наш враг хорош. Он обманул меня. Ладно, ребята, пойдем искать настоящего убийцу. Батя, нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все. Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Почему женщины смотрят только на придурков, которые их не ценят? Почему мальчикам нравятся только шлюховатые дурочки? Почему красный меня преследует? Почему он за мной бегает? Это красный. Это он самозванец. Это красный! Он не перестает за мной бегать! Успокойся. Я просто хотел убедиться, что ты не убийца. Это он. Погоди, нас осталось только трое, значит, это не могу быть я!